Северная конечность гор Сьерра-Невада сходится с горами Эль-Пасо, расположен Red Rock Canyon State Park. Он примечателен своей красно-серо-зеленой расцветкой скальных пород, уложенных будто слоеный пирог. Красный цвет в 300-футовых скалах, покрытых песчаником, представляет собой оксид железа, или по-другому ржавчина. Ребят, ну все, мы приехали. Вот он, Red Rock Canyon. Позади меня, вернее, его часть. Самая популярная часть у туристов, куда обычно приезжают, вот эта вот парковка. Дорога, которая, по которой я иду, ведет, как гласит бигборд, в Рикардо Кэмпграунд. Но это у кого есть возможность остаться здесь на пару дней, тот может забукать себе кемп и провести здесь гораздо больше времени. У нас, к сожалению, мы такой цели не ставили. Дневное время у нас есть, и вот мы его используем для того, чтобы исследовать этот каньон. Начинают обычно туристы исследования именно вот с этой части, оставляют здесь на парковке машину и идут смотреть вот эти вот торчащие горные породы красного, серого, такого беловатого цвета, которые сплелись в такой удивительный узор. Там есть какие-то пещеры, мы попробуем походить, посмотреть, пощупать, может быть, зайдем в них, поползаем там как-то и, соответственно, покажем вам. Вперед! Являясь частью пустыни Мохаве, территория парка была когда-то домом для индейцев племени Каваису, а красочные скальные образования служили ориентиром в начале 1870-х годов для 20 грузовых повозок с мулами, которые регулярно перевозили провизию и останавливались там для пополнения воды. Да, зимой здесь было дождливо. Эта зима вообще такая богатая на дожди была. И вот здесь, кстати, видно, как размывает вода, текла вот отсюда. Здесь просто, сама порода, она очень мягкая, она как слоеный песок такой. И видно, что вода и песок воздействуют очень сильно на нее. Это не скалы там в горах, как обычно, крепкие.
Вот, он крошится. Ребят, мы проехали по дороге, которая вела в кэмпграунд Рикардо. На входе там надо было платить такой небольшой фи за паркинг. Но, в принципе, подъехал рейнджер и сказал, что если мы не собираемся здесь оставаться, то можем просто так поехать без паркинга. Там такое как бы селф-обслуживание. Вот, в общем, вот эта небольшая долина, вот там находится кэмпграунд Рикардо, где можно остановиться на день, ночь,
два дня, там не знаю на сколько. Но мы поедем вокруг, объедем и попробуем забраться вот на тот гребень, где начинается трейл для хайкинга, если позволит, конечно, там дорога. Вот. И, соответственно, с высоты уже посмотрим на ту часть Red Canyon, где мы были перед тем, как сюда приехали, вниз туда. Да, еще хочу отметить то, что здесь, вот в этой вот части, здесь уже нет красного цвета. Здесь в основном такой какой-то песчаник спрессованный, вот, на котором я вот сижу. Это просто как такая спрессованная полуглина, полупесок, полуземля, непонятно что. Вода, конечно, здесь делает большое дело. Отсюда текут ручьи, и видно, как ветер потом их вымывает. Вот. Такое слоеное тесто. Учитывая относительную близость парка к Голливуду, его пейзажи не раз использовались для съемок в фильмах, рекламных роликах, музыкальных клипах. Среди прочих, наиболее известный это парк юрского периода Westworld, съемки музыкальных клипов групп Destiny Child, Muse и рекламы от производителей косметики. Территория кэмпграунда Рикардо – это такая долина, на которой расположены площадки для кемпинга. Здесь можно поставить палатку, разжечь огонь, есть место для огня, какой-то барбекю там сделать. Вот. И быть здесь, ну, не знаю, день, два, ночь, кому как сколько захочется. И все это в окружении вот таких вот громадных горных образований. Хотя, если честно, я не знаю, это горное образование или что, просто она выглядит очень монолитно, очень крепко. Но когда ты подходишь поближе, и можно вот так вот взять, даже отломать кусок, или, в общем, оно крошится, ну, оно как песок, прессованный песок или глина, не знаю. Но выглядит, конечно, это впечатляюще, потому что эрозия воды и ветра за несколько тысяч лет сделали просто колоссальное дело, размыв, выветрив вот тонны, просто тонны вот этой вот породы. Грандиозно смотрится. Мы проехали вдоль кэмпграунда Рикардо
и поднялись наверх, оставив машину внизу. И можно увидеть этот кэмпграунд с вот этой вот высоты, что он из себя представляет. Это фактически вот такая вот долина, видна как на ладони. Вот эта вот часть каньона. Здесь можно пешком пройти вот по этому трейлу, подняться наверх. И здесь вот такой вот хребет, который фактически делит середину Red Canyon, ну, это, скажем так, Haven Canyon, часть парка. И с другой стороны, вот примерно такая же похожая образование, порода. А вот там можно гулять дальше. Но мы туда не пойдем, а хотим посмотреть с обратной стороны, где мы были в начале, где со стороны фривея, вот те красно-бело-серые каменистые образования были. Пойдем вот туда, на тот гребень. Немного ошиблись в своих расчетах, планировали увидеть фривей с этой стороны, но оказывается фривей находится дальше, а мы вышли и увидели вот эту вот долину, которая фактически разрезает середину каньона, куда мы поднялись, на две части. Вот два холма, между ними протекает река, русло которой еще вот влажное. Буквально пару дней назад здесь прошел дождь, и вот еще есть остатки воды. Да, а фривей находится вот там, за холмами. Но до него мы, естественно, не пойдем, не увидим его. Но зато вот можно с высоты практически птичьего полета увидеть, как природа в виде эрозии воды и ветра сделала свое губительное дело и фактически превратила вот эти вот все почвы, горное скальное образование, вот в такие причудливые узоры. Позади меня там окраина каньона, мы хотим объехать там и посмотреть именно вот эту часть, окраину, именно окраину каньона. Времени у нас немного, заход солнца скоро, но я надеюсь, что мы успеем.